Отчетный концерт студии «Дека» – это праздник, наполненный энергией, страстью, нежностью спортивных и бальных танцев. Когда-то он возник из небольшого представления для самых близких и вскоре стал традиционным и вырос до городского уровня. Родители попросили нас сделать такой вот небольшой концерт для того, чтобы они привели своих родных показать, как танцуют детки. И год от года этот отчетный концерт становился все крепче и крепче. И сейчас вот вырос такое мероприятие, которое собирает порядка 300 человек. Павел, бывший ученик Екатерины Денисовны, не упускает возможности выступить на отчетном концерте родной студии. Благодаря профессионализму руководителя, хореография стала любимым делом всей его жизни. Он считает, что секрет успеха на танцполе заключается в упорных тренировках. Надо провести очень много часов в зале. Все это дело танцевать, тренировать, оттачивать. Иногда над одной фигурой приходится там неделю думать, пытаться что-то отрабатывать. Но невозможно красиво танцевать, просто заучив движение. Танец – это прежде всего настоящие эмоции. Во время танца ты еще пытаешься показать что-то большее, чем просто шаги и техника. Если танцы присутствуют какой-то смысл, желание, идея, это гораздо интереснее выглядит. Для одних занятия в студии стали путевкой в жизнь, для других – любимым хобби. За 15 лет существования хореографической студии воспитанники Екатерины и Дениса не раз становились призерами и лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Елена Грицкова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24».